Уокер! Капитан Уокер, ты меня слышишь? Полковник? Разуй глаза, Уокер. Я хочу, чтобы ты увидел, что натворил. Дубай должен был вымереть. У нас был приказ бросить этих людей. Но мы решили остаться и стать проклятыми. Не все из нас. Что? Кто это? Одна из жертв. Я всего лишь выполнял приказ. У нас не было выбора. Выбор есть всегда. Ты все упустил. Я хотел вас спасти. Глубоко внутри ты знал, что мы все умрем. Я не виноват. Капитан. Луга! Помоги. Перед тем, как ты прибыл в Дубай, в живых было 5000 жителей. Сколько осталось на сегодня? А сколько доживет до завтра? Я считал своим долгом защищать город от бури. Я ошибся. Его нужно было защищать от тебя. Уокер, ты жив? Твою мать, Уокер! Если ты жив, ответь уже! Полковник! Что? Это Адамс, твою мать! Ты где вообще? Пока не знаю. Луга с тобой? Нет, молчит с момента падения. Черт, ты-то сам где? Иди на дым. Иду к тебе. Должно помочь. Идти сможешь? Минуту подожди. Главное, не дай меня взять. Я разберусь, 33. Не раскисай там. Один готов! Сможешь? Я в норме. Хорошо. Сначала найдем Луга, потом Конраду.
Мы еще можем спасти этих людей, и я не позволю нам помешать. Класс. Этот план до сих пор отлично работал. Лейтенант, я вас не спрашиваю. Перезарядка! Он умолк. Судя по сигналу, он на севере. Хоть что-то. Идем. Эти люди дожили до конца света. Воды нет, еды нет, надежды тем более. Друзья, семья, все мертвы. Они живут в аду, но находят время насладиться ароматом увядающих роз. Я понимаю, почему полковник делает то, что он делает. Но если эти люди все еще способны творить, значит, у них есть еще душа. Значит, он чего-то не понимает. Я много думаю о Мюрроу, о том, как он вещал из разбомбленного Лондона. Он помогал людям, доказывал, что нацисты их не сломили. Тут стоит грузовик, в нем есть старая рация. Раздобыть бы еще пару динамиков и... Ах, было бы здорово. В укрытие! Внимание, давай! Там за лодкой снайпер. Не доставить, подойдем ближе. Противник убит! Убей этого снайпера! Сейчас разберусь! Опять подкрепление! Перезарядка, прикройте! Все еще веду твою цель! Готов, сукин сын! Да, я пытаюсь выцелить эту тварь! Цель вне укрытия. Устранить его! Атакуй цель!
их убит! Не упустите их! Еще один! Черт! Еще один снайпер! Уокер! Один вне укрытия! Да что с тобой не так? Луга, ты можешь перепрятаться? Тут недалеко лагерь беженцев. Подожду там, пока вы освободитесь. Хорошо, зачистим сектор и вытащим тебя. Не уверен, что он выживет. Всего-то руку сломал. Бывало и хуже. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Хочешь что-то сказать, говори сейчас. И продолжим работу. Вся операция — дерьмо. Мы взорвали башню, полную солдат США. Они не оставили нам выбора. Ты не оставил нам выбора. Что с нами случилось, старик? Ничего. Мы просто солдаты. Понятно. Мне показалось. Перезарядка! К нам страйкер! Быстро к яхте! Черт! Мудачок с ножом бежит! Один готов! Внимание! Приближается буря! Вот только этого не хватало! Точно! А сейчас давай сумеем! Перезарядка! Никуда прятаться! Уокер, один!
Полегчало? Ни капельки. Давай искать Луго. И то правда. Передай ему, что у нас чисто. Эй, Луго, как слышишь? Адамс! Адамс! О, черт! Луго, что такое? Черт! Нужна помощь! Они уже рядом! Мать их! Что там, Луго? А ну назад! Не подходите ко мне! Назад! Назад, мать вашу! Похоже, за ним пришли. Бежим! Луга, ты слышишь? Луга! Чикарда, Римикони! На! Босса! Босса! Белоком! Белоком! Чертовы ублюдки! Беги! Готовься! Что за... Стреляй по веревке! Всем назад! Живо! Давай, Луга, поднимайся! Слышали? Назад, быстро! Я сказал, живо назад! Быстрее, его! Дыши, Луга! Они не понимают! О, боже, дыши! Ну что ж с ним? Ответь, Вокер! Давай, Луга! Он дышит! Назад, или я стреляю! Господи! Этих мудаков не останови! Нас зажимают! Луга! Молитесь, чтоб он выжил! Отдай их мне! Сэр, позвольте открыть огонь! Мне нужен приказ! Черт! Уокер, просто отдай приказ! Это за Луга. Вот и выход. Вовремя. Слышишь, Конрад? Вот что будет дальше. Я убью оставшихся бойцов. Потом убью тебя. Сержант Луга мертв. Этого я не прощу. Ты сам себя обрек. Порядок. А что, разве похоже? В смерти Луга нашей вины нет. Тоже мне! Открыл Америку! Кровь Луга на твоих руках, не на моих. Бах! Конрад не жилец, ты это знаешь. Ну а мы что? Я думаю, мы оба знаем ответ. Ну, и что будем делать? Убивать все, что шевелится. Хороший план. Внимание! Дельта в секторе! Район Марина потерян! Всему городу 40 тысяч! Готов? Конечно! Все равно умрем! Поехали за Луга! Ладно, сделаем! Он мертв! Я тут застрял! Боец с дробовиком! Внимание! Слышим вас, докладывайте! А? Вот он, бежит! Боец с дробовиком! Уничтожи! Сейчас разберусь! Чтоб тебя!
убит! Вон тот мудачок! Он вне укрытия! На помощь! Вспышка! Прикрой! Перезарядка! Ослепи! Граната! Еще один! Слева! Они выходят из здания! Он вышел! Да! Мать твою! Осторожно, он струбелико! Нужна перезарядка! Группа Тэш! У нас нет времени на херню! Идем! Уокер, шевели булками! Как представители экспедиционных сил, мы должны подавать пример местному населению. Поэтому бойцы обязаны соблюдать следующие правила. Следует неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Близкие контакты с местным населением строго запрещены.
Находясь не на дежурстве, не включайте музыку и другие источники звука слишком громко, чтобы не тревожить местное население. Запрещено использование наркотических средств и стимуляторов, за исключением прописанных медслужбой. Потребление алкоголя ограничено одной бутылкой пива на человека в день во время приема пищи. Участвуйте в спортивных мероприятиях, иначе допуск будет аннулирован. Каждое нарушение влечет за собой до 5 выговоров. 5 выговоров – официальное предупреждение. 10 выговоров – 2 недели принудительных работ. 15 – публичная порка. Мародерство и злоупотребление полномочиями неприемлемы и караются строжайшими дисциплинарными взысканиями. Открыть огонь! Быстро! Фосфор! Ложись! Добро пожаловать в ад, Уокер. Мы тебя заждались. Уокер, ты что делаешь? Какого хера? Один долбанный залп по мои трупы! Шарахни из гранатомета! Я отвлеку их! Прикройте! Перезарядка! Быстрее! Миномет снят! Внимание, боец дробовиком! Надо уничтожить пулемет! И делал самоубийство! Идем слева через укрытие! Он мертв! Правда!
ублюдок! Все. Идем. Черт! Еще штурмовик! Быстро в укрытие! Луга.
Вижу их. Атакую дальше. Осторожно, у него дробовик! Отряд, смирно! Капитан Уокер, мы все, кто вышел из 33-го батальона. Мы сдаемся, сэр. Дубай ваш. Где полковник Конрад? Там, где он всегда был, сэр. Наверху. Он ждет вас. Героем.
Да-да, входи. Раз уж ты здесь, позволь мне спросить, что ты подумал, прибыв в Дубай? Когда увидел то, что я сделал, ты решил, что я спятил? Верно? Ага. Я подумал, что ты слетел с катушек. Точнее, на это надеялся. Да. Так было бы гораздо легче. Но мне не повезло. Ты уверен в этом? Абсолютно. Я не больше псих, чем ты, капитан. Как я ни пытался, я не смог сбежать от того, что здесь случилось. И я сломался. Все, готово. Тебе нравится? Да что это такое? Просто к тебе приходит понимание. И это больно, верно? Итак, что ты скажешь? Это ты. Нет, ты. Твои приказы убили 47 невиновных. Кто-то должен ответить за твои грехи, Уокер. Кто это будет? Джон? Это ты? Не похож? Я устал от игр, Джон. Поверь мне, это не игра. Похоже, слухи о том, что я жив, довольно сильно преувеличены. Невозможно. Уверяю, Уокер, возможно. Но как? Никак. Почему? Ты не должен был прийти сюда. У нас был приказ покинуть город и связаться со штабом. Они вышлют отряд, а мы домой. То, что случилось, не моя вина. Правда? Остановись ты, и ничего бы не случилось. Ты пошел вперед. Ради чего? Мы хотели вас спасти. Ты не спаситель. У тебя другие таланты. Это ты во всем виноват! Прекрати, Луго! Он не слушал! У нас не было выбора! Он превратил нас в долбанных убийц! Я не виноват. Нужно иметь смелость, чтобы отрицать очевидное. А когда правду нельзя отрицать? Нужно создать свою. Да что случилось? Не знаю, он просто застыл. Уокер, очнись! Я понял. За нами выбор. Правда, Уокер, в том, что ты здесь потому, что хотел стать тем, кем не являешься. Героем. Луга. Ты бросил меня подыхать! Я здесь потому, что тебя заело чувство вины. Ты сломался. Конрад? Полковник? Что происходит, Уокер? Это Конрад. Это все он натворил. Начал искать виноватых и все свалил на меня. На мертвеца. Я знаю, правда бывает горькой, но смирись. Других у нас нет. Но долго так продолжаться не может. Я досчитаю до пяти и спущу курок. Это не ты. Это мои галлюцинации. Ты уверен? А может, мои? Раз. Нет. Все это смерти. Твоя вина. Если ты в это веришь, стреляй.
Два. Я не хотел никого убивать. Никто не хотел, Уокер. Три. Только сильный может отрицать очевидное. Я сильнее тебя. Как скажешь, Уокер. Что бы ни случилось дальше, ты не должен себя винить. И даже теперь, несмотря ни на что, ты можешь вернуться домой. Счастливчик. Что дальше, сэр? А? Мы ждем приказа. Что делать дальше? Выполнять задачу. И что это за задача, сэр? Принесите мне... Черт. Рацию. Это капитан Мартин Уокер. Нужна срочная эвакуация Дубая. Выжившие... Слишком много. Командир, это Сокол-1. Мы нашли его. Капитан Уокер? Он вооружен! Все в порядке, не стрелять. Не понимаю. Что он делает? Что с его глазами? Что-то не так. Капитан Уокер, мы хотим помочь. Только сначала, пожалуйста, опустите оружие. Он не отвечает. Он... Осторожно! Господа, добро пожаловать в Дубай.